Доброе утро, уважаемые друзья, дамы и господа. Сегодня я решила вам рассказать, как я жарю картошечку. Картошечку я режу произвольно, разогреваю сковородку, кладу туда масло, и потом я картошечку не солю. Если картошечку не солить, она получается красивой корочкой. Вот так я жарю картошечку. Тут сегодня картошечка, еще тебе пожарить себе на завтрак. Где картошечка? На обед. И уже завтракал? На обед. Вот такая шикарная картошечка. Угощайтесь. Приятного аппетита. С вами была Тимошенко Наталья. Украина, город Харьков. А потом, когда кушаю, я ее солю. Если ее не солить, то у нее получается красивая кость.